В общем, девчоночки созрели на то, чтобы сделать отпечатки их ручек. Тут, правда, инструкция оказалась на французском, но здесь ничего сложного. Вроде как просто добавить воды и пакетики с этим гипсом. И потом все это залить в формочку, сделать отпечаток и потом наклеить рамочку. В общем, в принципе, ничего сложного. Так что сейчас будем пробовать. Вот этот открыли сейчас. Это, по-моему, открывали до этого. Давайте с него обложку сниму. Нет, вот этого. Так, вот этот открыли. Окей. Достаем. Что у нас тут есть? Вот так. Вот сколько всего. Так. Сейчас будем разбираться, что тут и куда. Итак, исходя из инструкции, нам нужно в емкость поместить одну из таких вот пакетиков с гипсом. И где-то стаканчик воды. И все это дело перемешать. Думаю, оно уже достаточной консистенции, и можно его выливать в рамочку. Разравниваем. Вот так. Прелесть. Ну что ж, написано подождать пару минут. Так. А потом у нас там будут всякие наклеечки. Сопротивляйся. Давай, будем туда твою ручку вот так. Оп. Ну давай. Не бойся. Там мне только отпечаток нужен. Ладно. Вторая. Ручку. Опа. Не, еще рано. Ну давай все подостаем. Опа!
рисуночки подостаем. Вот так будет, давай. Ну давай, давай пальчиком. Давай пальчиком потыкай. Тык. Опа. Смотри, динозаврик. Вау, какой динозаврик красивый. Вот это да. Давай еще пальчиком тык. Давай. Тык. Тык. Опля. Тык. Эй, не хочет листик. Так, наконец оно застыло немного. Все, попытка номер три. И ножку. Ай, с ножкой придется повозиться. Ну вот что-то типа. А! Теперь он должен подсохнуть. Все, его трогать нельзя. Ой, кто там плакает? Никто не хотел это все делать, да? Дальше написано, что наш слепочек нужно закрепить на двусторонний скотч. Поэтому мы берем двусторонний скотч. Насколько я поняла, это он. И лепим по две полосочки, как на рисунке. Итак, слепок одной девочки готов, ручки и ножки. Я его приклеила, но имейте в виду, что здесь очень неудачные ленты двухсторонние. Лучше взять какой-нибудь строительный двухсторонний скотч, чтобы было покрепче. Теперь будем делать рамочку и украшать. Ну и вот что получилось после долгой-долгой возни с этими ленточками двусторонними клейкими. Осталось только украсить и подписать, что это Дианочкина ножка, ручка. Все, спасибо за просмотр.